Jaina versus Герош. Victory or death! Это отлично, это не надо. Это не надо, не надо, не надо. Андертейкером не надо. Не, ну так сказал. Ход 2, ход 3, ход 4, наверное. Конечно, сделаем много брони, но мне наплевать. Я не тот тип мага, который боится большого количества брони. Сейчас самое печальное, если вы выпараетесь. Сразу прокнет. Ну, бывает. Что сказать, бывает. Дубликует, но дубликует это неплохо. Но что я на дубликейт хочу сделать? Керна хочу на дубликейт сделать. Да. Потому что воину с Керном сражаться тяжело. Давай, Shield Slam. Давай. Делай. Do it. Давай, ага. И Shield Slam. Нет? Ну, нет. Я Сильван достану. Ну, тогда Керн. Шесть, 5 кернов за это нормально? Я думаю, да. Хотя тут фростбол просто. Фростбол добить. И что-то еще, что еще? А может не надо фростбол добить? Тогда фростбол Талнос? А что я сделаю на 3? Я же ничего не сделаю на 3. В этом-то и печаль моя. А, разменяться еще одного просто Керн достать. Чтоб ты вообще не знал, что с ним делать. А что следующий ход я смогу сделать? Следующий ход что-нибудь придумаю уже. Да, ну вообще хочется, конечно, дубликать еще одного Керна, но я думаю, что и в принципе так нормально, что сколько он. Что слэм потратил? Топор, сову. Да, Харрисон Джонс и разменял. Или все же забить. Да, давай. I have no time for games. Ладно. Говорят, похоже на полиморф. Такой, ой, ударил, ой, где же экзекут? Дай мне экзекут, пожалуйста. Ну это же экзекут. Ну и дурак я. Ладно, может пора махнуть. Ой, я не
передровываю или? Я передровываю. Ой, я дурак. Ну ладно, контрспелл мне не жалко против боя. Давай. Не, а если он мне Акалита достанет? Это ж плохо? Плохо вообще, ну, черт с ним. Надровысь, мне не жалко. Зато не убьешь мне сразу 4-5. Что тоже неплохо. Ладно, убьешь мне 4-5. Бравл ушел. Ну, бравл больше не будет. Что ж, хорошо. Хорошо. Ну, может, что-то новое достать вообще? А то, мне кажется, он же вообще раз... Не. Это так весело. Больше, мне кажется, с пяти этих кернов расстроился бы прист увидеть. Тут бы вообще с ума сошел. Теоретически да. Может быть и два. Что я хочу сделать? Мне кажется, Андертейкера и что-то еще. Что еще? Слышь, Баучера? Давай. Вообще мог... да, это я сделал глупость, надо было достать, наверное, Сильвану и просто фаерболом забрать Керна и сделать, что хочешь. Я, наверное, сейчас так и сделаю, на самом деле. Ну, хотя нет, коль он закоцанный. Зачем мне коцанный? Коцанный я брезгую таким. Или не брезгую. Не, а что мне делать? Мне тогда с Зерой делать нечего будет. Раз, два. Близзард. Раз. Нет, тут надо что-то придумать. Что именно? Oh, goody. Ну, кстати, да, надо посчитать вообще. Раз, два, это 7, это 11, это... Еще плюс 1, 3, 14, вообще все так и делаю, наверное. Не, хотя нет, там будет Алекстраза и все, и конец. Так что давай я все же сделаю так. Не знаю, зачем я Талноса достал. Чё-то я просто решил поспешить уже. Вдруг пора. Да, мне Талнос сейчас только умрет от... вепона. От ковалка последний. Ну
Жалко Талноса, но... О, это я заберу. Это я заберу. Да? Мне лениво думать, я за Уло. Не, на самом деле, я настолько просто его... БГХ. Может, он выиграет еще? Возможно же, возможно. Ну, с этим мне что будет делать? Не совсем ясно. Три, четыре, два. Два. Нет, не хватит на все. Четыре, два, два. Маловато. We have many secrets. Давай так. Просто не буду атаковать. Не буду атаковать. Да, давай так. Убивай мне 5-5. Не жалко. Вдруг там реально Браул еще есть. I bring life. Ладно, Алекс сразу, в принципе, тоже нормально.